Сурица, напиток наш, русский, типа кваса. В общем, делается очень просто. Берем травы, муравы разные. Здесь у нас смородиновый лист, чуть-чуть вишневого листа, чуть-чуть мяты. Здесь цветы одуванчика есть, можно без них. Любые травы, ароматные желательно. Немножко иглы и ели желательно, будет вкуснее. В общем, в баночку погружаем, помыли, погрузили. Можно на блендере, кстати, их измельчить будет еще быстрее тогда ферментация. Шишку хмеля закинули туда, парочку. Налили воды хорошей, обычной, любой. Поставили на солнышко на пару дней. И вот процедили. Шикарный, вкусный такой напиточек. Готов. Травы на свой вкус можно подобрать любые. Здесь вот такой сбор, можно другие всякие травы. Вкусно, полезно, очищающий напиток, освежающий. На солнышке сам солнышко само приготовило нам напиток божественный. Вот такой вариант есть приготовление сурицы.